Продолжаем рубрику. Итак, что сегодня едят беженцы? Вернее, не так. Какой сегодня обед ожидает беженцев в Канаде? Так, вот такой, значит, круассан. Сыр, салатик, мяско. Вот оно, мяско. Видите, курочка, наверное. Вот такие три круассанчики. Дальше вот такие фрукточки и вилочки-ножи. Вот это все сегодня кушают канадские беженцы на обед. Бесплатно. На обед бесплатно канадские беженцы кушают вот эту штучку. Здесь три порции, каждому по одной. Всем смачного!